Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6% годовых. Причиной очередного снижения стал низкий уровень инфляции, а также слабый экономический рост. Снижение ключевой ставки связано в первую очередь со снижением инфляции и инфляционных ожиданий. Плюс это связано с тем, что в условиях ограниченных возможностей для экономического роста есть желание и необходимость стимулировать потребительскую активность и повышать доступность кредитования как для компаний-производителей, так и для потенциальных потребителей. Снижение ключевой ставки приводит к автоматическому снижению всех процентных ставок, как депозитных, так и кредитных. То есть те, кто пользовался кредитами, в случае снижения процентной ставки получают возможность перекредитоваться для того, чтобы снизить процентные платежи. Если кредиты становятся дешевле и доступнее, это значит, что предприятия имеют возможность получать более дешевые финансовые ресурсы для развития производства, для финансирования инвестиций. А потребители, покупатели товаров имеют возможность приобретать товары в больших объемах, что стимулирует спрос на продукцию предприятий, тоже дает возможность производству развиваться, расширяться. Также одним из факторов понижения ключевой ставки стал разгоревшийся в Китае коронавирус, который пошатнул мировую экономику. Один из факторов, который влияет на темпы роста мировой экономики, ну и, соответственно, российской тоже. Соответственно, если мировая экономика начинает замедляться в большей степени, это в большей степени провоцирует необходимость снижения ключевых ставок. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, так как пока уровень инфляции позволяет это сделать. Лилия Талипова, Универньюз.